Здравствуйте. У вас кожа чувствительная. Я потерплю. Клиенты говорят, это магия. В некоторых частях Индии волосы считаются главным богатством женщины. Ты не выносишь собственного вида, но такое тебя создала природа. И ты презираешь нас и наши поверья, тогда как на самом деле это ручейки, впадающие в реки правды о том, какова твоя истинная сущность. И кем ты могла бы быть? Мои волосы хотят убивать. А, это ты? Привет. Забыла что-то?